Вы начинаете худеть каждый понедельник, но уже в среду забываете, куда забросили кроссовки. Как же все-таки найти мотивацию и обрести, наконец, фигуру своей мечты? Об этом вы узнаете прямо сейчас. У меня в гостях Алина Гвардия, которая поделится своей удивительной историей взлетов, падений и, наконец, избавления от лишнего веса. Она просто рекордсменка в этом плане, хотя мне, честно говоря, об этом странно говорить. Встречайте Алину. Здравствуй, моя дорогая. А ты как-то... Что-то... Вот такая я была. Вот вам пришла показаться. Вот. А сейчас я вам покажу, какая я есть. Немножко мне сложно это будет сделать. Сколько тут всего? И вот она, настоящая Алина. Это поразительно. Да, вот теперь я выгляжу вот так. Это невероятный контраст. Сразу ясно, что там речь шла даже не о 10, не о 20, а сколько было лишь? 27 килограммов. 27 килограммов. Долой! Долой. Изначально я была точка 81, а сегодня я вешу 53 килограмма. Я думаю, что до своих 81 килограмма ты шла постепенно, набирала лишний вес, пыталась бороться и не удавалось. Все диеты, которые есть в этом мире, я испробовала на себе. Даже я пробовала таблетки для похудения. И как? Результаты были, но стоило мне остановиться, сразу все приходило с возвратом, с удвоенной силой. Ну и какую же ты нашла мотивацию, благодаря которой похудела и уже назад не пошла? Ну, моя самая главная и первая мотивация – это моя дочь. Тогда ей было 3 года, сегодня ей уже 5 лет. Мне хотелось быть красивой молодой мамой. Ну и, конечно, семейные отношения. Я стала замечать, что муж ко мне охладевает. Конечно, это было очень печально, вплоть до депрессии. 14 февраля 2016 года мы пошли праздновать этот день в ресторан. Принесли мне меню, и я просто заказываю куриное мясо, и все. А 15 февраля рано утром я встала и пошла в спортзал. Но ты говорила о какой-то чуть ли не секретной системе тренировок, о которой пока ни слова. Что это такое? Это мой маленький секрет, о котором я вам обязательно расскажу. Я проявила свою самостоятельность. Летом мы поехали в отпуск. Не было возможности просто заниматься спортом. Тяжести не хотелось. Хотелось чего-то легкого. Я наткнулась на йога-латес. Пью прекрасные упражнения, которые можно заниматься дома, в домашней обстановке. Они способствуют похудению, они способствуют правильному дыханию, держат твои мышцы в тонусе. Они делаются довольно-таки просто, эти упражнения, но очень эффективно. Теперь стало ясно, что это такое пио. Пилатес, йога. Я знаю, что в пилатесе, а в йоге тем более, очень важно обращать внимание на технику, поэтому сейчас будьте внимательны, и мы начинаем тренировку. Да, давайте к первому упражнению приступим. Я предлагаю сесть на коврик, скрещиваем ножки. Выравниваем, обязательно держим спину и следим за своим позвоночником. Держим ровное дыхание. Сосредотачиваемся на своих внутренних органах, которые находятся у нас по центру. Делаем ручки в стороны, пальчиками вниз, с силой. Делаем усилия, прикладываем такие, ну, чтобы было нам очень комфортно при этом. И на вдохе поднимаем плечики просто к ушкам. Выдох. Если вам комфортно, вы можете вдыхать через нос, выдыхать через рот. Повторим еще раз. Для усиления эффекта мы можем сделать еще одно упражнение. Оно абсолютно легенькое. Силой представим, что сзади нас воздух в вакууме, и он такой тяжеленький, и мы силой его отталкиваем назад. Силой толкаем. Вдох, выдох. И так мы делаем 20 повторений. Это такая разминочка. А какие еще секреты правильной мотивации у тебя есть? Потому что с твоим опытом разных диет и срывов, понятное дело, ты пробовала не раз. Я себе сделала таких 3 небольших пункта, которые мне потом впоследствии очень даже помогли. Первый пункт – это мой фудблог. Когда я пришла к тренеру, он мне дал задание фотографировать все то, что я ем на протяжении всего дня. Я делала эти фотографии, и потом вечером их просматривала и просто ужасалась. Большие порции, нестабильное питание. И вот эти все фотографии, они для меня были как вот мотивацией. Я понимала, что ну, так не должно быть, это неправильно. Следующее упражнение. Что-то мы засиделись. Пио. Я буду звать тебя Пио, а ты меня Юпи. Юпи, хорошо, договорились. Ножки вытягиваем вперед, прямо по одной линии. Подтягиваем коленочки немножечко к себе. Держимся ручками за коленки. Опускаем плечи вниз. Вдох,
На выдохе втягиваем животик и опускаемся тихонечко вниз, отрывая ручки от коленок. Ручки тянем и на выдохе, и вперед потянулись. Потянулись, потянулись хорошенечко, вот так. И снова повторяем. Упражнения довольно-таки простые. Как кажется на первый взгляд. Ну, делаем 20 повторений. Я все жду, когда ты перейдешь к вот этим таинственным объектам. Я вначале не спрашивала о них, а любопытство, конечно, распирает. Да, я вам сейчас расскажу про свой второй секрет, он очень интересный. Что же это? Вы знаете, я, наверное, как всякая девушка, обожаю красивые вещи. Но со своим большим размером я понимаю, что я не стандарт. И я не могу себе купить понравившуюся вещь. Это очень обижает. Конечно. Но я придумала для себя одну такую интересную вещь. Я взяла у подруги свой манекен и стала покупать вещи. Но не сразу маленького размера, а размеров постепенно. Начиная от 4XL, заканчивая M. Были у меня такие вещи. Огромные-огромные. Мы их будем выбрасывать, потому что я не хочу их уже носить. И вот так вот на 6 размеров из балахонов ты перешла на платье, а потом на изысканный наряд, который мы вот-вот увидим. Одежда была у меня по сезону. Ну, например, юбку покупаю и думаю, ну, ее я одену весной. Достигну я этого размерчика. И вы знаете, все происходило именно так, как я себе надумала. Постепенно, постепенно. Вот оно. И вот оно, платье мечты на фигуре мечты. И ножки, и декольте, и ручки, и талия. Просто все идеально для этого платья. Давайте мы перейдем к следующему упражнению. Ой, мы давай. Же хотим быть стройными. Да. Становимся на четвереньки. Поднимаем левую ручку вперед. Ладонью вовнутрь. Теперь вытягиваем правую ногу. И пытаемся себя так зафиксировать. Все делаем с силой. И медленно опускаем ножку правую вниз. Мысочком касаемся пола. Раз. И теперь вверх. Раз, два. 20 раз на одну ножку и переходим на другую ногу и, соответственно, на другую руку. Кстати, у тебя вот осталось только старых вещей. Что же ты с ними сделала? Какие-то вещи я смогла ушить и потом носить. А из двух старых свитеров я сделала для себя еще один мотивационный момент. Наконец-то мы увидим, что там. Это пледик. Пледик какой миленький. О, какой да? Он большой. Он себе сочетает два свитера, которые я раньше носила. Отличная идея. Я теперь на это смотрю, вспоминаю свою прошлую жизнь и не хочу туда возвращаться. Правда. Ни в коем случае. Прекрасная мотивация. Мне все очень понравилось. Для того, чтобы прекрасно выглядеть в бикини, нужно заниматься спортом и правильно питаться. Так как все работает в комплексе, эксперты рекомендуют использовать специальные сыворотки от растяжек, например, с экстрактом лотоса и коллагеном. Она способствует восстановлению и улучшению упругости кожи. Благодаря такому комплексу мы получим красивую и подтянутую фигуру. Алиночка, ты, конечно, большая молодец, а спонсор, торговая марка «Тайфун», дарит подарки и желает оставаться здоровыми и активными, не останавливаться на достигнутом и покорять новые высоты. Пользуйся с радостью. Приятная неожиданность. В наборе есть замечательная сыворотка от растяжек, которая поможет сохранить или, если необходимо, вернуть упругость кожи. Проблемные женские зоны у нас в районе рук и предплечий. Давай еще раз проговорим те замечательные цифры твоего рекордного снижения веса. Максимум? Максимум 81 килограмм. И потом ты похудела? До 53. 27 килограммов за 7 месяцев. На сегодняшний день моей целью является выступление на Кубке Киева по мисс Бикини. Я достигла нужного себе веса. Осталось только немного привести себя в форму. Пью мне очень в этом тоже помогает. Вот теперь мы справились и сделали все, что запланировали. Спасибо тебе огромное за этот вдохновляющий опыт.